состоянии, если находили старые надписи, сделанные на немецком или румынском языках, их не завеливали, сохраняли. Такие, знаете, письма счастья из прошлого. Вот посмотрите на дом напротив нас. Видите, там с правой стороны нарисованы бутылки. А это вот сколько наслоений можно посмотреть. Это все реклама была, потому что реклама раньше была не навесной, а она писалась на стенах домов. В этом году юбилей. Памятник Черному квадрату Казимира Малевича. Этой картины. Вот он придумал, значит, такую инсталляцию. Совсем понятно, что... Ну, это как бы черный квадрат. Лесенка, он говорит, можно подняться, написать пожелание городу на этом черном квадрате, ну и как же к символу Украины такой еще. Ну вот мы все знаем, нет, она не работает, она стоит как антураж, но она такая... Она здесь не была, она просто сюда, ну, да, перенесли. Ее перенесли, вот в 2008 году поставили, просто нашли ей такое место, такое замечательное. Можете послушать музыку Листа, она звучит. Слушай, памятник музыкальный. Дайте поближе. Это музыкальный памятник, который поставили буквально совсем недавно. Я вам говорила, что Ференц Лист выступал в Черновцах. И специально для него пригласили народного музыканта, скрипача Амуша Николая, потому что Лист очень любил народную музыку. И вот на этой площади. Ну, а мы движемся с вами в центр, центральной площади. Секунду, Сереж, схватка меня вот так вот углом, чтобы... Только Каруза, только Соловей Крушенинской, только Рубинштейна. Достаточно для того, чтобы представить себе, каким высоким был уровень культуры. Она называлась «Биржевая», потому что здесь находилась биржа. К сожалению, она пострадала в годы Второй мировой войны, вот за вашими спинами сталинская постройка, но о красоте этой улицы, какой она была, вы можете судить по зданию почты, которое вы видите здесь перед собой. Обычно здесь я киевлянам говорю, что они живут в провинции. 1889 год. Юлиан Захаревич, известный во Львове архитектор, и в те времена было очень модно использовать... Ничего не делать, если запотело, то ничего не делать. Не-не-не, оно быстро распотеет.